Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о различиях между iOS и Android устройствами. Итак, первое, с чего я начну, это описывать ситуацию следующим образом. Пишу плюсы Android, это будут минусы iOS, а что будет плюсами iOS, это будут минусами Android. Надеюсь, вы не запутались. Итак, плюсы использования Android — это расширение памяти с помощью SD-карты. То есть на iPhone этого не сделаешь. Использование двух SIM-карт. Конечно же, это сейчас есть на iPhone 10s. Но опять же, это виртуальная SIM-ка или еще что-то, заморочки, то, что у нас не используется. Либо же такие телефоны продаются в Китае. Автономность больше держит заряд батареи. То есть, естественно, там батарейки какие-то больше по емкости, как бы места у них больше, и они, естественно, больше держат, как бы стабильная система там в этом плане лучше. Дальше, взлом смартфонов с помощью RootProf — это настройка производительности на максимум смартфона, взлом игр и приложений, то есть это открытая система, которая позволяет это делать. Дальше идут плюсы iPhone, минусы Android. Устойчивость к вирусам, то есть iPhone система такая, что не требуется антивирусная программа, система очень классная. Неглючная система и эксплуатация устройства, то есть действительно очень быстрый, комфортный, никаких глюков нет. То, что появляется в Android, конечно, со временем не все глючные. Самый производительный смартфон по мощности, это так, он самый мощный, то есть даже самое старое устройство тянет как бы любые игрушки по факту. Много крутых фишек встроенных, то есть это как дополнительная реальность, режим редактирования, фото, видео, эффекты разные, фото, анимоджи, 3D Touch, Haptic Touch, Siri, HomeKit, Apple Car, Apple Cash и тому подобное. Это все те классные фишки, которые есть в iOS. Скорость передачи приема интернета, связи, то есть на мобильные данные и Wi-Fi. Очень классно настроено и работает. Поддержка устройств с новыми прошивками, то, чем не похвастается Android. То есть, как минимум 5 устройств компания Apple поддерживается прошивками. То есть, Android обычно там за год раз или два даст какую-то прошивку. И то на одно устройство не поддерживается именно одним и тем же. Вот это и есть косяк. Дальше. Шпионские программы более закрыты из-за нефоновой активности у iPhone. То есть, приложения не работают в активном режиме, а в Android все практически приложения в фоновой активности, из-за этого очень легко проследить через любое из приложений. А на iPhone наоборот, если захотят проследить, они проследят только тогда, когда приложение будет данное открыто. Вот и весь перечень тех данных, которые я выложил, плюсы и минусы по обеим устройствам. Смотрите сами, подбирайте под себя, по дизайну, по качеству и всего остального. Уже судить вам. Я вам плюсы назвал по самой системе, а вы уже определяетесь для себя. Вам нужны эти плюсы по системе, либо же вам нужен дизайн, камера там и тому подобное. Вот и все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока!